дорогие соратники, русские православные люди, а есть и болгарские с нами, хорошо, что они помнят. Давайте поближе, а? Александра Второго. Мы сегодня собрались в момент убийства императора Александра Второго, царя-освободителя. Памятники ему стоят в Болгарии, в Финляндии. Есть и памятник в России. Их было в 11 году, 1911, поставлено 400 по всей стране. Люди простые, крестьяне, сдавали деньги, собирали и ставили эти памятники в селах, в маленьких городах, в больших городах. Мы должны понять, что его гибель — это призыв к нам. Никаких революций, никаких бунтов, никаких террористов, никаких революционеров. От них только несчастье, от них только гибель. От них неправда историческая. Даже здесь, на этом памятнике, друзья, написано: освободил миллионы крестьян от многовекового рабства. Ну, здесь есть историки. Ну, 200 лет, да. Но по-русски это не многовековое. Это, как у нас говорят, многоконфессиональное. 4. 4 тоже немного. Даже здесь написано неправда, не было многовекового рабства. И не было рабства как такового, а крепостное право. Друзья, речи произносить сейчас времени нет, нам выделили Федеральной службы охраны буквально 5-10 минут. Хочу только сказать от имени нашего объединения «Наследие империи», что мы должны ежедневно, ежечасно, ежемесячно, ежегодно стараться донести историческую правду для нашего народа, возродить историческую память о нашей России, ей тысячу лет, славных и трагических, но тысячу лет, никогда не поддаваться на эти идеи, которые нам вбивались в голову, что нам 100 лет, нам 50 лет, нам 20 лет, не так давно было сказано, нам тысячу лет. И то, что мы себя пришли сюда, это показывает, что русские люди помнят об этом. Помнят об этом событии. Помнят о царе-освободителе. Почему в Болгарии центральная улица называется «Царь-освободитель»? А почему у нас нет этого? Почему мы пробиваем каждый день в Нижнем Новгороде на постаменте Александру Второму стоит памятник Ленину? Александра Второго убрали, Ленина поставили. Вот, чтобы не допустить больше такого, мы здесь, и мы будем продолжать нашу работу по возрождению исторической памяти. Давайте отдадим дань памяти императору Александру II минутой молчания. Прошу возложить цветы. Позабыть и жизнь отдать свою.
Учит нас терпеть безропотно решения и жертвовать собой. В пылу святого рвенья все благородное, благо, доблесть, долг, лихая удаль, честь, любовь к отчизне славной, к великому царю и вере православной, в едином слове том сливается наш полк. Эта песня была написана великим князем Константином Константиновичем Романовым, который был сыном Константина Николаевича, брата императора. И будучи уже командиром Измайловского полка, эта песня стала полковой песней Измайловского полка. Наш корпус находится в Измайлово, потому мы рады сегодня здесь ее исполнить. Поставь свои...